Есть такой интересный фильм, как «Терминал». Вот, он был для меня просто вдохновлением. И цель моего эксперимента — просто проверка моих способностей, проверка того, насколько люди из социальных сетей готовы прийти на помощь человеку, который живет в замкнутом пространстве. И устала, и снова сегодня одна. Как день мой закончился пятый, хватило бы сил на шестой. Но я не последний, но я не последний, но я не последний герой. А буквально вот 15-20 минут назад мы написали в интернете, и уже все желают удачи. То есть 97% за, остальные молчат, я просто скажу. Тут люди готовы уже прийти с едой, когда нужно, принести одежду, даже предлагают спальники. Ну вот, предлагают прийти ко мне ночью просто в пижамах, устроить пижамную вечеринку. Этой тяжелой игрой, ведь я не последний, ведь я не последний, ведь я не последний герой. Я буду просить, конечно, писать в Твиттере об этом. Мои читатели будут видеть и, конечно же, будут это как-то воспринимать, реагировать. И вот именно вот тут откроется вся вот сущность проекта, насколько большое количество людей сможет отреагировать на это.